Реконструкцию Филевской линии метро, которую начали еще в 2016 году, планируют завершить к концу лета. Уже полностью отремонтирована станция Студенческая, а в июне будут закончены работы на станции Фили. Там уже обновили системы электроснабжения, вентиляции и дымоудаления. Укрепили все несущие конструкции. Старый асфальт на открытых платформах заменили на гранит. Кстати, навесы теперь оборудованы инфракрасным подогревом. Это позволит избежать зимой образования наледи на перронах. И еще новости из столичной подземки. Там обновили более 100 километров путей особым бестыковым способом. В результате поезда едут тише, плавнее, исчезает вибрация и характерный стук колес. Программа обновления путей была начата в 2016 году. Работы идут на 5 линиях метро, включая кольцевую. В этом году таким современным способом планируют уложить еще 70 километров путей.